Загравия. Забытое, мрачное, покинутое место. Пишем. Пишем. Собственно, с этой фразы можно и сделать вступление. Я не буду продолжать свою речь. Мы все еще здесь. 28-я часть прохождения. Очень сложного прохождения Виктора Врана. Да, мы начнем эту часть с того, что пойдем и возьмем матчу. То, что мы не взяли в предыдущей части. А именно вот эту самую награду. Потому что там было так жарко, что лучше посмотреть, чем я буду это описывать. Но было очень неприятно. Я там тайм-коды оставил в описании. Ты... Ой, в комментарии. Готовься телепортироваться ко мне. Лады. Потому что... Может быть очень жарко мне сейчас. Ту часть просто посмотрел, как хоррор какой-то с криками. Да, там было весело. Ох, скелетиков сколько у них. Зачем овердрайвом закидывать в этот угол? Ну зачем? Ну кто об этом просил, а? Ребятки, еще станет. Это мое любимое. Так, готовься тпшиться по первому зову, потому что тут очень жарко. Тпшься. Ай, играю, так. Рискую. Тут сейчас жарко. Да. Тикай. Там будет лаг. Да. Так. Ой, мне нужно 4 секунды, пожить 4 секунды. Лагающий матч. Отлично, отлично, лагающий матч спасает. Тебе можно в следующей игре сделать ник не матч, а лагающий матч. Давайте запустим хэштег не лагающий матч. Так ты лагающий, наоборот. Так наоборот, чтобы я стал не лагающим. Да это не поможет, там мне сейчас убьют. Та труба, куда ты лезешь? Кто лезет? Да убери его от меня, ты понимаешь, что ты самого вонючего оставил, который мне вырезает почки прямо на глазах. Он у меня в другом месте, он у меня вообще в том конце коридора стоял. У тебя одного лагает? Понимаешь? Нет. У нас двоих лагает? Ты. Что ты твой? Я лагаю. Так. Сделали его здесь. Двойной урон там у тебя еще живой. Да, живой. Он тебе понадобится. Нет. Ох, как больно, а. Я больше второй раз не полезу, мне раза хватило. Да, ух ты, да. Откидываю. Пацаны настолько откидывают качественно. Эй, подожди, подожди. Пу, вот, было мощно. И эффектно, главное, вдвоем просто в углу их здесь. Растерли в порошок. Снизу. Так. Полечу сейчас, потом откачусь. Пойду ящики разбиваю. Откачусь. Делаю. Тридцать 4 золота. Это то, о чем я мечтал. Вот с матча можно брать пример. Даже при таких лагах, при таком интернете, он все равно проходит игры на 100%. Это его не останавливает. Слушай, да. А монстров ведь можно просто одной атакой или силой демона. И что? То есть можно и бомбочками, получается. Но может бомбочки не хватить. Давай, иди пей двойной урон, не изобретай велосипед. Значит, ты сейчас изобретешь, и опять будем третий раз перепроходить. Как только сделаешь, можешь возвращаться в штаб. Я могу спрыгнуть, тебя подстраховать. Давай, иди. Подожди, пока так. Толпа встанет сейчас побольше там. Пойдешь, давай сразу в штаб, когда сделаешь, да? Пацаны, ну куда вы идете-то? Нет? Во! Давай в штаб. Все сделал. Давай. Вернулся в штаб. Ды. Я тоже. Почему кнопка ды?
сжимается не сразу. Фух, было. Не сжимается, там такие лаги, ужас. Ну тебя, я специально что. Да я говорю, что забавно. Подожди. Ладно, закончили с этим заданием. И это хорошо, сейчас посмотрим. Что тебе? Карт шутов. Я даже 41 смог повысить. Ну, красавчик. Нету карт шутов. Здесь красавчик не полагал. Посмотрим, что у Гибана сейчас. Ничего. Ну, давайте на сюжетную линию сходим. Хорошо, что Виктор Бран позволяет... позволяет проходить сюжетную линию не в ущерб дополнительным заданиям. То есть, если мы сейчас пройдем немного по сюжету, у нас не закроются какие-то дополнительные локации, которые сейчас открыты, которые мы еще не прошли. В этом достаточно продумано. Ледяной грот. Сюда нам нужно. Вот. И здесь возьми рапиру, а нам здесь понадобится. Здесь все на сущностях рапиру завязано. Так. Вот. Отпив немного крепучего кофе, можно входить. Все равно ты крепучим от этого не станешь. Вот здесь вот сияние очень такое красивое от этих кристаллов. Ну, у нас 240 секунд. Давай сейчас сосредоточимся на этом. Смотри, нельзя использовать зелье в овердрайве, пока так что будь аккуратен. И чему нужно рапирой? Это будет твое почетное задание. Мое призвание. Че мне подкидывать на шипы? Это мое почетное преимущество. Это мое. То, что у тебя нету регенерации, тебе надо беречь жизни. Поскольку лечиться нельзя. Ух, я использовал овердрайв. Я не знаю, надо перезайти. Я предлагаю это сделать прямо сейчас. Пойдем перезайдем. Так, не знаю. Я вернулся в штаб. Так как-то соскочил палец машинально. Хардкор, волнуюсь, персонажа терять не хочу. Отрезать просто надо. И как я буду с тобой играть? Нормально, человек? Ужас вообще. Откуда в тебе это... Я думал, ты нормальный парень. Ты уже там? Давно уже. Прекрасный, почти нереальный вид. Вот реальный, казалось. Чудовища сюда не вписываются. Особо не вписываются. Давай вдвоем на одну сущность. Мы так будем эффективнее гораздо. Мы постоянно вот. Ой, стрелка сначала убьем. Меня подкинули. Наконец-то. Так долго ждал. Так хочешь овердрайв сделать? Ну. Да. Мне тут какой-то невменяемый сказал, что за это могут пальцы отрезать. Я не. Переживаю теперь. Да? Да. Кто тебе мог такое сказать, интересно? Да, ну, нормальный человек расскажет такое. Сам посуди. Я ж не всерьез, чё. Как ты будешь игры на 100% проходить? Кто это будет делать вообще? Ну вот, тебе придется. Тикай нафиг. Продолжить. Просто тикай. Есть. Регенерация. Я прилечился. Зачем? Была угроза, ну, смерти? Критично все очень было. Ну, тогда по очереди сделаем. Давай, я не буду лечиться. Займись ими. И так локация небольшая. Поэтому... Два раза ее пройти, это не составит труда. Угу. Что там надо? У нас еще 240 секунд. Вперед. Вперед? Красный экран пульсирует. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не, надо уходить, лечись. А, красный экран. Просто кошмар, красный экран.
Вот эти крысы, они опасны. Они, да. Еще особенно, если их тиранические ребята выпускают. Это жуть. Особо опасно. Ходи там, что ты геройствуешь? Да я... О, там хочет хедшот отдавать в тиранический, я ухожу. Ай-яй-яй-яй, как меня продамажили. Так. Бумеранг. У меня тоже бумеранг. Да что за жесть творится? Просто. Эмоции, матч. Вот представьте, как приятно играть на хардкоре. Вот посмотрите, что там с ним творится сейчас. Он бегает просто, как загнанная крыса. Смешно тебе? Я комментирую серию. Ты занимайся там, пожалуйста, тем, что нужно. Плохой комментатор. Он прыгает, понимаете? Мельтешит. Просто мотошится. Такое творится. Мне в голову попали катапультой. Шуты, шуточки пошли. Все вот плохой комментатор. Смотри, 49 секунд. Давай, последнюю сущность осталось. 49 секунд. Вау, она от меня уходит, регенерируется. Такая просто... Не знаю. Я попробую помочь. Сейчас, знаешь, на нее нагавкать, как парень гавкающий. О, бумеранг! Ну, все, можно лечиться, да? Да, можно лечиться. Я помогаю тебе. Давай. Делай, занимайся. Делаю. Бумеранг, ой, этот фейерверк крутится. Подожди, апнуть быстро. Подожди. Там тиранический парень. Где? Да хедшот мог поставить, я его убью. Особо крепучий. Ну, можно пить овердрайва теперь и веселиться. Ну, еще не повеселишься, мы не такие. Ну, хуже уже не будет. Да. И бац-бац. Да. Урона нет, но удержимся. Нормально сейчас. С помощью рапиры чуму сделай одну и вторую. А я займусь всеми остальными. Подожди, маленько. Прямо вот сейчас я буду делать. Бумеранг хорошо прошел. Отлично. Я тут тоже чуть-чуть чуму подамажил. Ой-ой-ой-ой-ой, больно! Убегай оттуда! Ты живой? Да. Убегай! Слушай, я вынеси одну чуму. Я... Так нам надо две, чтобы ты сделал рапира. Я вот вынесу остальное, все. И? К одну же я вынес уже рапиры. Или ты там подошел? Нет, у меня надо, чтобы две еще было. Он опять встал, я... он опять поднялся, но... Ну... Одно я сделал минус. Мне не засчиталось. Ну труба. А, мне тоже. Почему? Может... Я же рапиры бил. Не знаю. Может, фейерверк не считается? Думаешь. Надо там какую-нибудь обычненькую закупить. Ну или просто надо, чтобы наносился физический урон. Ну, сейчас одна засчиталась. Еще одна есть там, я не знаю. Сомневаюсь, локация-то короткая. Потом ты мне будешь перепроходить ведь. Ну, чтобы мне это задание выполнилось. Прибегая к зелье. Может быть, получится во второй раз. Нужно обычную взять какую-нибудь, без фейерверков. Ты настолько был близок вообще. Кто? Ты? Я даже не видел, что у тебя красненькое там на жизнях осталось. Интересно, сколько у тебя ХП было? Ну, там было шар. На чеку, сражаясь с чудовищами, не превратись в чудовище. Ведь если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Псих какой-то. Он все верно говорит. Виктор уже просто без... Этому призраку знакома тяжесть ноши охотника. Возможно, он куда-то им был. Этому призраку он не знаком. Вот столько перерезов, он просто уже никогда не станет нормальным человеком.
Так что все там валает парень по делу. Привет, нам нужно найти второй. Ну, первый я уже взял. Угу. Я даже знаю, где он. Ну, что я тут был. Тут все просто. Все примитивно, ясно. Куда я иду? Не знаю, куда я этот секрет нашел. Трубатый Каспер. Я тоже нашел. Каспер занимается чем-то другим. Я не хочу никого оскорбить, просто. Так, просто значит, Каспер. Значит, он здесь. Да кто так делал, смотри. Ногой вперед. Ножкой. Пойдем в штаб. Сделаем еще раз все. Сейчас чуму только сделаешь, а остальное все сделаю я. Я всегда знал, что этот город ловушка. Но ты ошибаешься. Это ловушка не только на охотников, а на всех и каждого из нас. Кстати, ты продумал план побега, как это сделал я? Нет? Ладно, тогда чем могу быть полезен? Мне рапира нужна обычная какая-нибудь. Я все продал. Пойду только взгляну, есть ли фиолетовые карты. У меня спортшторм. Ты как-то напряжен, чересчур, гиперактивен и экспрессивен. Ты выдохни. Это хардкор. Понимаешь, курсор виснет. Не было такого никогда. Ну, это лаги из-за интернета. Оно стандартное проявление. Какой интернет? Так. Сейчас нужно уже в шахту вдов идти, но все-таки в ледяном гроте мы... Да что, подожди. Сверну, разверну. Йоу, бред какой-то. Нереально так играть. У тебя курсор пропал? Нет, курсор не пропал. Он подвисает. Вот тут нет. Вот в этот в штабе подвисал. Успокойся, это ж легко преодолевается все. Жизни береги. Сам. Бережешь? Берегу. Отлично. Теперь я буду наблюдать. Как ты прыгать будешь? Ну, можешь как-нибудь это хорошо комментировать. Как? Позитивно, я не знаю. Весело. Позитивно? Ну да. Даже не знаю как. Я позитивно могу только сказать, пишем. И то неплохо уже. Ну, главное, что от тебя есть польза в игровом процессе. Это гораздо приятней. Что комментируй ты хорошо, но играй плохо. Комментировать нечего было бы. Так что... Чё вы разлетаетесь, а пацаны? Ну что плохо, вы заливаете? Играет так... плохо. Ну так Геннарий просто туда. Иди одиночного убивай, не настолько ж прямо, что ты уже сущности не можешь. Настолько вообще-то. Вот этого пацана я просто боюсь. Да что ж такое, а? Что? Он мне не дал нагреться. Просто... Труба, лечись! Да не могу лечиться, мне нечем, ухожу. Текай! Смотри, там жизни не слей тоже. Да-да-да. Я их не сливаю. Вот пацана тиранического приманю. Он, он сваншотить может. Да? Да. Но регенерация сейчас сработала. Хотел бы я посмотреть. Сколько у тебя там секунд? Или у тебя это выполнено? Нет, у тебя это не выполнено. Сколько у тебя секунд еще? На сущности. У меня вообще-то еще две сущности. Тут не на время. Там на... что-то было на время. А, это не прибегая. Мы уже выполнили. Все, понял. У тебя не прибегая, да? Три. Две еще? Да. Сейчас, сейчас. Короче, бей ее, я ее... Добьешь. Атака ее. Ракет. Добьешь, я ее потому сейчас подамажу. Фейерверк... Ой! Ай, текай! Ухожу, крысы, 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 крысы. Я ее юзнул, пофиг, овердрайв. Ух, да, спасибо большое, подстраховал прям. Ничего себе. Конечно, заново, конечно, но... Ну это лучше, атака. Это лучше, чем всю игру заново. Давай с рапирами сделаем, закали ее. Ну, не... А, я ее уже молотом бил. Следующий будет с рапир. Возвращаюсь в штаб. Я в штабе.
Может, у Дэмина появится в продаже рапира? Дэмиан. Так, надо и... поставить бомбочки. Прекрасный, почти нереальный вид. Можно почитать. Можешь ты почитать, что Витя говорит? Ну, может быть. Так, комментировать не хочется. Чудовище сюда не вписывается. Комментирую. Близко тут находись. А то тут сущности ломаю я. Отлично. Хороший был врыв. Почему осталось двое маленьких тиранических? Маленьких можешь там на себя взять? Ну, если она перестанет жарить... А я возьму на себя. Постоянно жарят, точно. Потому что тиранические пацаны. Такие просто тираны. Ладно, я-то там тебе сказал, пальцы надо подрезать. Они... Ну, я буду тогда ногами на 100% проходить. О, охота, что это? Стойка. Убей его. Я посмотрю, это какой-то редкий предмет. Первый раз такой вижу, не уходи. Да ты читай, пока я буду заниматься. Победите эпических монстров в следующих зонах. А время действия осталось 169 часов. Поделиться ключом можно. Ничего себе. Видал? Что-то странное. Кто давай это? В штабе это все посмотрим, вместе расскажешь. Там вообще... Чат. Нет, у меня в чате ничего не написано. Вот так. Да. Ну. Это вот пацаны пишут. Это может быть за это какие-нибудь редкие предметы. Но только мне. Ну подожди, это как-то связано с тем, что нашел или нет? В смысле, это и есть то, что я нашел. А как. Там написан список боссов, так. Которых нужно уничтожить. Супер. За 169 часов. Ну так сейчас в следующей серии пойдем. О, ну класс. Думаю, да. Так, смотри, сейчас тут чума будет. Не лезть к ней. Я сейчас. Ой, тут глотка, дьявол. Аккуратненько. Стоп. С ней. Смотри, добивай. Еще. Все, отходи. Насчитала? Да, отлично. Вот в паре работать просто одно удовольствие. С качественным напарником. Только лагаю. Ну да, качественно. Лагаю качественно. Ну все качественно. И лагать тоже надо качественно. Возьми там одиночного, да, вот этого. Бу, как хорошо прошло фейерверками. Вот он очень опасный. Ну, он может дамаг может выписать хороший. Все, у меня все выполнилось. Теперь я буду юзать. Поздравляю. Актив. Осталось одного рапира и все. И мы еще одну локацию сделали на 100%. Как иначе? На этом канале никак. Ну да. Вперед. Как больно он мне в упор, в грудак просто. Теперь полная грудь дроби. Не лезь туда. Отсюда давай. Вот, с проходика. Я вот овердрайв попил. Сейчас я им напуляю тут. Ну, сейчас скажешь, ух, я просто посмотрел смерти в глаза. Ну, это я... В той серии сделал, ну, что в каждой серии в глаза смотреть. В этой серии ты посмотрел, я помню, сколько у тебя было хп, это страшно. Я просто что-то монтировал один раз. И смонтировал, как-то получилось, типа, там говоришь, я просто посмотрел смерти в глаза, а потом... Ты монтировал наши ролики? Ну, так, планирую что-нибудь. Ну, это уже... Ты что, их с Ютуба скачиваешь? Ну, приходится. Возмутительно. Что? Пожалуешься, страйк кинешь? Да, их ни у кого не должно быть. Так, мы сделали эти сущности или нет? Не сделали. Даже на виртуазил Game World не должно быть. Давай одну, я вот эту вот. Мы отняли, и нормально. Давай этого... Ух ты ж. Ты ж.
Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик сейчас тебе. Совсем чик-чик-чик-да-чик делают. Обороты. Набирают. Уже привык. Я уже настолько привык. Все так сложно. Хотя все идет вроде потихоньку, помаленьку, а потом вдруг бац, бац. Сверху секрет светится. Да нафиг он нужен. Можешь доделать. Спасибо. Доработай. Отлично. Все. Да. Класс. Такая короткая вроде блокация. Со слабыми противниками, однако, ой-ой-ой, да ай-яй-яй было. Вот вы видели только что, друзья, полный нагрев не нанес никакого урона. Вот как такое? Только на хардкоре такое может быть. Ты с кем дерешься? У меня здесь тиранический медведь пиромант, который просто непробиваемый. Да? Я тоже воздух буду бить. Наверное. Меня он там вдали. Вообще. Ладно. Что с тобой не так? Не могу с ним справиться, вот посмотришь потом. Пускай все зрители посмотрят, насколько хардкорная игра, ну вообще. Я его бью, у него только жизни восполняются. Чувак просто бьет кристаллы. Я взял охоту, слушай. Тоже. Тоже? Тоже. Может то же самое? Может, сейчас посмотрю. Если мне получится что-то сделать с этим парнем, потому что это вообще. Давай юзну двойку. Все очень сложно. Я не вижу его, ну реально. Что за бред? На видео посмотришь. Это трупа. Что творится? Это ж неправильно вообще. Он восполнился почти. Сразу что-то, знаешь, вспомнилось. Что-то потемнело. Парень встал. Все, вроде закончили мы с ним. Это было непросто. Так, а что это да за охота? Очень-очень интересно. У меня их две. Да? Победите эпических монстров в следующих зонах. Money Brown Читай. Stay. И Data Nature Finish. А другая охота? Другая Money Brown Stay. Пойдем посмотрим, поохотимся сейчас с ветерком под носом. А чуть за локация такая. Прокатимся. Не, ну там это не локация. А, ты ключ читаешь. Все, кричишь так. У меня Plain Story Goal. Жители останутся без барабанных перепонок. Надо уравновешено. Давай в штаб. Я? Блин. И блины перестать есть, потому что они вообще излишние. Нет, не излишние. Блин. Вот лучше кофейку вкусненького попить. Я лучше чайку попью. Фанат кофейка. Так, надо разобраться с этими картами. У меня есть шут. У меня есть пушка. Вызывает состояние сила одну секунду за каждого врага, в которого попадает граната. Это с минометом. Легендарная. Па-па-па-пам. Так. Так. Ну жди, я сейчас буду с картами тут чуть-чуть по развлекаться. Поразбираюсь. О! Могу улучшить бриллиантом легендарно. 70 защиты, прикинь. Делаем. Заскочу еще к Гибану. Ворвись прям. Спешу. Чё-то меня привет. Есть карта «Порочный символ». Дает плюс 6% к урону за каждую карту судьбы в вашей колоде. Колода — это инвентарь. У меня была такая. Не. Или, стоит. Или которая используется. Которая используется, смеешься. Но если бы это было за инвентарь, я бы тут был бессмертным. То есть это будет плюс 30% к урону. Ну, вообще неплохо, если честно. А у меня стояла, я ее заменил на рыцарь. А почему заменил?
Мне захотелось просто в этой серии побегать чисто бронированным. У меня 350 броня и 5000 хп. Однако, блин, даже от этого можно сдохнуть. Точнее, не от этого, а с таким показателем можно помирить. То есть настолько хардкорная игра. Как я сказал в начале прошлой части... Нет. Прошлое. Настоящий хардкор. Пойду посмешиваю. Согласен, что хардкор? Несравнимый вообще. Есть такое. Так, это лишнее, мы ее продадим. Кажется, я знаю, в чем проблема курсора это. Тут ряд карт надо будет мне продать. А с другими начать. Накапливать. Прикинь, поставил приоритет в диспетчере высокий. Курсор перестал лагать. Молодец. Видишь, все решаемо. Так. Весь лагает. Вот он просто. Я не могу почему-то трансмутировать три башни. Башня, наверное, выше третьего уровня не может быть. Я беру три башни третьего уровня, и они не трансмутируются, представь. Первый раз такое вижу. Плохие просто они башни. Так, а теперь, друзья, надо немножко пойти пораспродаваться. Так, наверное, сам тут не продайся. Здесь посмотреть, что у нас. Та-та-там. Там-та-да-дам. Ну, это серьезная штука. А вот эти вещи бы поулучшать. Очень было бы хорошо получить фиолетовую. Потом от нее получать, улучшать нашу. Так, сейчас. Это не желтая, ужасно какая. Кстати, у тебя нету случайно душ демона в инвентаре? Красные такие. Да есть, я собирал аж две. У меня тоже две. Только интересно, где их использовать? Обменяйте на особые предметы у Гибана. Возможно, эта опция станет доступна нам попозже. Возможно. Скорее всего, так и будет. Мне вот интересно, как их все-таки использовать. Ладно. Оставим все это пока. С картами немножко разберемся, друзья. Так. Жадность первого уровня, ну, вряд ли мы будем ее ставить. А чё так? Ну, потому что она большего уровня. У меня есть справедливость синяя. Ну, справедливость я поставил. Жадность выкинуть. Так. О, вот чувак делится кодом. Регион, ринг, драфт. Сейчас пойдем попробуем, что это такое. Покажем нашим уважаемым подписчикам, если это возможно будет. Как интересно этот ключ использовать. Мне хочется попробовать. Может, сейчас пропишу в чат скобочку. Такое. Ну а вдруг используется предмет?
Ничего не используется. Как же ты громок, а? У меня уши сейчас повылетают. Может быть. Подожди. Что такое? Да не стучи так по клавишам, я без ушей сейчас, правда, останусь. Что ты хочешь? Хочу остаться со слухом. Хардкор, детка. Так. С самого начала бы сказал, что слышно. Вот так как. Тоже громко. Тоже громко, вот да так, что вот, ты так, вот так нормально, если ты не будешь кричать. Я не могу не кричать. Виктор Вран не та игра, в которой нельзя кричать. Непонятно, как этот ключ использовать. Так, ну, я думаю, что он... Вот так в картах пока будет такой порядок у нас. На этом, друзья, эту часть завершим. И начнем следующую с чего-то очень интересного. Мы вас ждем здесь, на Virtuosilla Game World, всегда. Thank you.